Всем привет, с вами Филранис, и сегодня мы с вами отправляемся на поиски Грифончика. Да, я думал качать уровень или нет, в итоге потом понял, что в принципе нахер мне уровень, если я Грифона уже сейчас могу вырубить, у меня в принципе все для этого есть. Я взял наркотики пока что с собой и арбалет. А киблы пока что пусть полежат в термошкафу, потому что у них и так там срок годности не такой уж и большой, хотя я думаю мы сейчас с вами что-нибудь да найдем. Вот, да и так вдобавочек. Ну их нахер. Рисковать ими еще, пусть в холодильнике лежат. У меня, конечно, яиц до хера, можно еще там наварить на другом серваке, но... лишний геморрой. Так, заодно давайте посмотрим, что у нас тут на карте находится. И надо найти какую-то ловушку для него. Вот, потому что вроде как, когда у него оглушение будет большое, то он, как и все, начинает съебывать. И сомневаюсь, что на Аргенте я его догоню. Да и вдобавок стрелять-то я не смогу в него. То есть нам надо с вами где-то найти еще и ловушечку параллельно. Так, места спавна я у него в принципе посмотрел. Это вот здесь вот на юге. Вот где мы сейчас с вами пролетаем. Или вот перед нами снежная гора, около нее. То есть вот прям по моему курсу в этом районе где-то его надо искать. Там еще где-то было, но я посмотрел, какой поближе. Так, это аргент, это медок. Так, птичку бы не просрать. Что-то в прошлого раза мне до того хватило, что теперь, блядь, стрёмно. Даже хп и качать начал. Так, сначала давайте найдем Грифона. Затем найдем, где его можно вырубить. Хотя, наверное, сначала стоит посмотреть, где его стоит вырубить. Вообще, вроде в этом каньоне что-то должно быть. Вообще, вижу какую-то хуйню. Скорее всего, это чья-то база. Так, ловушка есть. Так, отдохни. Вообще сомневаюсь, что Грифон сюда пролезет. Не, ловушка, скорее всего, для Грифона делалась, но... владелец запечатал ее. Так, еще вот здесь вот что-то. Мне, в принципе, его загнать и вырубить. Блять, и здесь закрыли. Да что за пидоры-то такие? А! Отлично. А, тот, кто делал эту ловушку, большое спасибо, если ты вдруг посмотришь мой видос. Давайте отдельно поблагодарим Just Dotal. Dotai. Dotai. Не знаю как, но ловушечку он оставил открытой. Спасибо. Респект таким людям. Может и так, конечно, открыто. Зря на человека наговорил. Так, отлично. Ловушка есть. Осталось в нее каким-то раком заманить Грифона. Которого еще бы найти. Кстати, рановато я полетел. У меня же нету... И что зависло? Ага. А, надо вот это сделать. Кожа, кристалл, дерево, волокно. В принципе, крафтится и легко. Кристаллы, вот они. Кто-то сидит, лежит, спит. Фионг чья-то. А, это ничейная, окей. Так, кристаллов нам хватит. Что еще нужно на трубу? Дерево и кожа. Кожа есть в Аргенте. Так, блять, раптор. Дерево. Волокна. Отлично. Так, грифончик, по-моему, приручается довольно-таки быстро.
Или я что-то путаю. Блять, кожу не взял. Ладно, давайте где-нибудь на горе. Вообще, я тут раз видел грифон, когда, опять же, тут было длинное вот это вот путешествие. Сейчас что-то им тут и не пахнет, по-моему. Даже две можно сделать. Если вдруг одну проебем. Так, это сюда. Вот мне не нужно. Кожа пусть тут лежит. Так, хорошо. Угу. Блять, неужели они такие редкие? А я еще за топом пришел. Вообще на этом серваке, по-моему, с уровнями все очень даже круто. Так, не тут. Вот к той горе надо. Блин, погодка заебись. Вот я зашел в игру, был прекрасный день, солнечный. Стоило зайти Лёше, сразу туман, ливень и вечереть ничего. Да ладно, убери ты эту карту толку от нее. А, повисло все. Ну да. Здесь, кстати, висит намного дольше. Не знаю, что это зависит. Так, терезинка. Еще терезинка. Еще терезинка. Бля, интересно, а грифон так далеко за мной полетит? Или ловушечку стоит смотреть где-то поближе? Блять, скорпионы, рапторы. Еще рапторы. Знакомая речушка, кстати. Ходили, знаем. Вот здесь где-то этот раз грифона, получается, встретил. Давайте посмотрим снова. Так, вижу еще ловушку. И кажется, вижу грифона. Да. Грифон есть. Какой левел? 85. Нет. Нет. Спасибо, но нет. Так, эта ловушка открыта у нас, если что. Да. Да. Я смотрю, люди здесь приятные. Так, это хорошо. А чё, только один грифончик? И тот на меня загрелся, походу. Не, ну 85 это не то. Я сюда пришел за топовым. 140 плюс. 140-150. Нихуя себе, кто-то базу пиздатую забацал прям в горе. Ну вот, наверное, его заебываю. Не, спускаться нормально. Бомбочка, а вот подниматься такой себе. Ладно. Смотрим еще. Бля, грифоны, походу, редкие. Где-то в этой области они. По снегу вообще не гуляет.
В воздухе, я так понимаю, их тоже не встретишь. Они, видимо, по земле стартово гуляют. Давайте смотреть долину. Это, мне кажется, это не долина, это равнина больше. Так. Блин, вот далеко от базы улетел. Грифон, по-моему, просыпается за 15 или 20 минут. То есть за это время мне нужно его положить. Слегонца кормануть наркотой, быстренько сгонять за жрачкой. И потом уже сидеть, караулить. Такое себе. Так, это чья-то хата. Блин, ну приручение грифона прям все проблемы решит. Вот нам одного нужно. Нам нужен хотя бы один. В принципе, конечно, если сейчас не найду, можно попробовать и 85 уровень. Вот. Но в любом случае мы с вами будем искать топчикового. Топчанского. Ну, хотя бы можно будет уже особо без ловушек муздыкаться. Эй, да ладно, один грифон на весь край. Серьезно? Давайте отдыхать. Что-то уже этот куда-то съебался. Дайте еще разочек гляну карту его спавна. А, ну, мы вроде находимся в зоне, где он больше всего любит тусить. Да? Ну да. Даже, по-моему, я улетел от нее. Туда нужно вернуться. Где-то вот в этих вот горах. Есть еще вот там вот какие-то точки спавна. Если сейчас здесь ничего поинтересного не встретим. Неохота киблана мизерного тратить. Но, блин, его киблами быстрее всего. Без киблов приручение пиздец как затянется. Не скажу, что у меня нет киблов. Да, ну это 85 хоть гуляет. Ладно. Пусть пока походит. Тут, если что, и ловушечка прямо рядом с ним. То есть это приручение, мне кажется, будет очень легким. Поищем еще хотя бы одного. Тем более сервачок не такой оживленный. Здесь, по идее, должно быть много всякой всячинки. Одних тираннозавров в прошлый раз еще стоило. Три штуки, ебать. Может, до сих пор тут шляются. Я туда больше так и не летал. Да. Сложно. Кругом ловушки на грифона, я так понимаю. Только самих грифонов нет. Так, вот в этом мясе есть? М-м. Нету. Так, еще одна ловушечка. Чья-то база. Да, дефицит грифонов.
Давайте вот сюда слетаем. Он вроде еще тут где-то тусить должен. Вот по вот этой линии, куда я сейчас лечу. Может, в низинах. Так, ну если что, тут ловушек много. Если что, сюда его утащим. Тем более, у него вроде урон небольшой. Если он будет пиздить меня, то... Я, по идее, это не должен сильно прочувствовать. Броню я вроде неплохую себе сюда перекинул. Слушай, тут вообще ни хера не обитает, по-моему. Спинозавр. Угу. То есть внизу вот в этом котле, я смотрю, весело жить так-то. Вон там еще один спинозавр. Место красивое, но я смотрю, здесь... Пиздюлей отхватить можно хороших. 20 уровень. Херня. Но я сомневаюсь, что грифон будет внизу сидеть. Кто-то вот пизданулся. Еще спинка. Да, спинок тут до хера. Зато, кстати, на таком сервачке можно поискать гигантозавра. Мало людей, мало претендентов, больше шанс его убить или приручить. В зависимости от уровня. Вот сервак, где я играю, там гигантозавров уже, по-моему, давненько никто не видел. Китайцы их пасут, караулят и все. Так, я правильно лечу-то хоть? Бля, ну серьезно, один грифон на весь сервак? Чё за херня? Еще что ли посидеть, погуглить, где его искать? Не знаю, может карта какая-то полевая. Ну, вроде нормальная. Нихуя себе, там замок у кого-то. Там какая-то ебала внизу плещется. Бобры. Вроде это прикольно, но нас интересует другое. Сейчас басусь, если гигантозавров встретим. Слушайте, ну, блядь, даже смешно. Один грифон. Один. На всю карту. Причем карта не такая же, я бы не сказал, что она прям так уж активно застроена. Чтобы прям у грифонов все спавны сбили. А, вот, еще один летает. Так, какой левел? Так, блядь, это галимим. Это птер. Олень. Так, грифон. Блядь. Ебучие жуки. Восемьдесят пятый. А побольше здесь не водится? И тут, по-моему, 85-й был. Вообще, вроде как, я что-то такое слышал, что, типа, чем больше серваку дней, тем больше животных на нем, вернее, чаще с большим уровнем животных можно встретить. Не всегда, конечно, все равно мелкие будут. Может, конечно, я ошибаюсь, и мне это приснилось, но... Хз. Блять, два грифона. 85-й левел.
что-то херня какая-то. Кто-то знамя влепил. Так, хорошо. То грифона, мне кажется, поприятнее приручать. Там ловушечки несколько штук рядом. Дайте еще какую-нибудь карту глядану. И вернемся тогда. Будем смотреть еще. Да нет, слушайте, в принципе, все верно. Ну, еще вот можно в ту сторону слетать, посмотреть. Вроде как вот на этой долине, где... Не долине, а вот в этих горах, где я сейчас тусуюсь. Вроде как они тоже тусят. Тоже спавнятся. И вообще точек спауна, блядь, много. Почему я увидел, встретил всего лишь двух грифонов, хз. Может, со спауном какая жопа? Я бы не сказал, тут активненько. Вон, динозавры пиздят друг друга. И альфа почти не встречается. Блин, я бы уже даже 130-му обрадовался, на самом деле. Ебать, тут станции. Никогда не понимал, кто вот такие вот станции строит. У меня понатыкано. Там, блядь, амбарчик, там это, да. Удобно, конечно, все в одном месте, но не очень красиво. Ну, как по мне. У меня лучше в 99 местах будет, но зато симпатично смотрится. Так, что, давайте вот это плато посмотрим. Возможно, на нем тоже что-то есть. Или вряд ли. Ну, карта большая, да. Вот это я трусь тут в маленьком кусочке, считай. Так, это скорпион топится. В небесах никого не видно. По земле трайки ходят. Угу. Дальше какой-то, блядь, мертвый край. Дальше он вроде не должен спавниться. Давайте в эту сторону слетаем, посмотрим, что вот вокруг вот этой горы. Вдруг. Ща бац, нормального аргента нашли. Будем аргентов размножать. Не, ну вернусь тогда за 85-м. Все, что на нем будет, наверное, побыстрее и по... Удобнее кого-то приручать. Опять даже того же самого грифона. Учитывая, что с него можно стрелять. Ну, блин. Неохота тратиться на что-то впустую. Тратить время, киблы. Просто на не самого крутого грифона. Не, голяк. То ли все-таки вот эти вот построечки сбивают их спаун, то ли я не знаю. Кто-то их отстреливает, летает. С 10 человек онлайн, которые были. Угу. Кто-то открывает большую ловушку. Вопрос, для чего? Или это, типа, она сама по себе сейчас открылась? По-моему, тут игрок. Ну, я что-то никого не вижу. Наверное, сама открылась. Просто как бы, когда я на нее посмотрел. Ладно, чё, давайте смотреть дальше. Так, не, это у нас замок, это нам не канает, нам надо вот эту область еще посмотреть.
Знакомое место, по-моему, мы здесь с Русланом тусили. Да. Вон за той скалой у нас домик был первый на этой карте. А тут вон внизу у кого-то целая станция опять стоит. Ну, окей. Это, оказывается, мы были рядом с грифонами, считай. Бля, надо было на ПВП сервак идти. Мне кажется, я бы там давно пулю от снайпы словил. Но зато там постройка особо нету. Аркадий хоть гуляет. И фундаментов кто-то наставил, непонятно зачем. Так, ну это, по-моему, 85-й летает. Ну да. Интереснее-то, нет? Видимо, нет. Не, это я еще к другому вернусь. Ну нахер. Уровень, по-моему, там тот же 85-й был, если я не ошибаюсь. Только там ловушки были. А тут что-то нихера нет. Можно попробовать его убить. Я не знаю, сколько у них время спавна. Что-то крупно ходит, гуляет. Впрочем, пусть ходит. Да не, в лесу вообще не то. О! Еще один. Какой левел? 50-й. Так, ну это уже радует. Нахуя он там, блядь, пылит. Интересно только, почему он весь покоцанный в крови. Я так понимаю, не я один, наверное, на них охочусь. Так, это кабан. Аргент. И чья-то нехуевая так же база. Так, куда меня занесло? Угу. Давайте, короче, вниз слетаем. Бист от меня. Даже не знаю, кто это был, даже неинтересно. Волк, наверное. Бля, птеродактиль летает? Я ебал. Пачками. Грифонов почти нет. Сколько мы нашли? Три от трех. 50-й, 2 85-х. Такое себе. И то 50-й коцанный весь. Походу сейчас 85-го приручим. Чисто как помощника для последующих приручений. В принципе, я хотел двух грифонов. Может быть, даже 85-го я оставлю. Будет топовый и не очень.
Внизу вряд ли он будет, мне кажется. Может, где на скалах пасется? Столбов налепили зачем-то. Или может, на скалах тут народ строиться любит? Вот здесь еще где-то была точка спавна. Да? Ну да. Сейчас чуть-чуть подальше. Тоже вроде как желтенькая. Пока тут вообще ничего не видно, только какие-то, блядь, мелкие наброски. Фундамент и стеночки поставили. Я не понимаю, зачем ставить фундамент? Фундамент, по-моему, обламывает наоборот этот спаун животных. Если хочешь метить территорию или сохранить спаун от других, лучше ставить столбы с лестницами. И деревья расти будут, и ресурсы будут появляться, и животные не будут пропадать. Так, ну я, по-моему, вернулся. Да, да, вот на эту Фиоми. Бля, вот интересно. Вот эта нефтекачка. Что из себя представляет? Давайте, давайте, пацаны, давайте. Давайте, 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 давайте. Давайте. Ебать, уже который раптор 150 уровня. Лучше бы грифон такие были. Короче, да, наш с 85 вырубим. А потом со временем подождем. Будет в любом случае, мы еще тут надолго задержимся, будем виверн обворовывать. Блин, ну вот к вивернам сыкотно идти. Можно просрать птера. У меня, конечно, есть пара птеров хороших. Дружбан дал яичко. Из него вылезла пара. Теперь я сам могу их плодить. Но вообще, кстати, у меня осталось, получается, дочь и папенька, так что у меня там инцесты будут. Вот, маменьку я сюда взял, потому что дочь еще росла. Бля, ну тут мамонты. Мамонты, мамонты и ничего кроме мамонтов. ХПшку качнем. Терекс. По-любому он грифон сожрал в этой области. Вот, по идее, полянка. Мне кажется, на ней должен тусить грифон. Тут им даже не пахнет. Скорпионы, саблезубы. Терекс. Яйки мне отходит. Аргенты. Рапторы. Еще аргенты. Еще рапторы. Здесь где-то, кстати, полян есть с лошадьми и овечками, по-моему. Я еще хочу себе единорога, а на острове вообще, по мне, вариант этих лошадей искать. Парочка как-то гуляла около моей базы, я себе одну приручил. Но хочется единорожку. Но сомневаюсь, что грифон будет вниз спускаться. В небесах я тоже его что-то не вижу. На крайняк, если встретим в небе, можно его, по-моему, по мордасам пиздануть.
аргентом. Да не, слушайте. Чё-то вообще вяло. Я что-то думал, их тут больше. Но им либо спаун перебили, либо их кто-то, блядь, истребляет активно. Еще и повисло. Ну да, этот сервак висит намного дольше. Обычно секунд 10 и все, а здесь, по-моему, секунд по 20. Одно радует. Скин на женском персонаже классно смотрится. Какой красивый вид. На превьюшку пойдет. Так. Не. Голяк. Погнали, наверное, 85 уровень. Можно еще чуть-чуть на юг слетать от того места, где мы 85 увидели. И все. Вот опять ловушка. Я сомневаюсь, что здесь терезинку ловят. По-любому на грифона. А где грифон? Тот под водой что ли живет? Как ебало. Ловушка есть, грифона нет. Уроки-базуки есть русские. Ой, не. Это сейчас затянется. Давай в трайп, я помогу. Ко мне один раз, помню, чувак просился. Да давай, я это. Не-не-не, чувак, я один. Не-не, спасибо. Да ладно, чё ты, да давай. Ля-ля-ля, тополя. Потом, когда я ему уже все, ему надоело, я ни в какую, блядь, не соглашаюсь. Он, блядь, ну все, я тебя рейдить приду. На ПВЕ сервере. Так, сейчас, по-моему, даже чувак это не играет. Не, ну это жопа. На всех местах спауна, вот как-то я, которые на всех картах, вот я две штуки посмотрел. На обеих вот эти точки. И всего лишь три грифона. Нет слов. Одни эмоции. Погнали 85-го, наверное. Ну, отсюда южнее посмотрим, что здесь находится. Тут тоже вроде какое-то плато или что-то в этом роде. И все. Кто-то с кем-то пиздится. Бац, а грифончика ёбнули. Не, он летает. Это все тот же 85-й. Да. Скорее всего, ты со мной домой и полетишь. Давайте глянем вот эту вот поляну. Есть, есть, нет, так нет. Топчиковую, значит, будем периодически проверять, искать. В любом случае, даже на грифоне будет это быстрее.
У него скорость, по-моему, самая большая из птиц. Хотя, не знаю, может быть, еще птер. Грифон вроде ускоряется очень круто. Пикирую вниз. Нет, тут ни хера. Короче, все, давайте, вырубаем 85-го. Для начала и он сойдет. А потом будем топовую искать. Так, родимый, это тут, наверное, посидим. Тут мы закрываем. Тут открываем. Так, вот эти ворота, наверное, закрою. Ну, я здесь выйти могу где угодно. И тем лучше даже. А куда он уже слепал? Все, сдуло. А, вон он. Пылит. Бля, лишь бы с одного удара не ёбнул. Hey, bro. Блять. Серьезно, я даже не почувствовал этот удар. А где ловушка-то? А, вот. Пс, парень. На тебе еще одну. У-у-у-у-у. Ну нахер. Ну куда ты, блядь, пошел? Иди сюда. Блядь, вот это фриза. Вот это заебок. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Не-не-не-не-не, не сюда. Не сюда, вот сюда. Давай, давай. Во, правильно, правильно, правильно. Заходим, не стесняемся. Да, блядь. Так. Пока. Все, блядь. Так, все, посиди здесь. Мне попить надо. Интересно, он не вырвется? Так, ну попить можно вот здесь вот. Далеко не уходя. Нигде здесь никакой, блядь, кракен не вылезет. То Рагнарёк все-таки. Пылишь? Ну, пыли, пыли. Так, стрелы есть. Я думал, уже уснул. Еще бац, отъехал, блядь. По арбалету 200 атаки. Нормально будет. Хотя вроде наоборот, он должен засыпать быстрее.
Походу уже все вырубается. Так, главное не перестараться, слишком не стрельнуть. Бля, что-то меня напрягает. Чересчур в крови весь. Мне кажется, я его сейчас убью. Потрясающе. 10 баллов. Сколько? 36 снотворных стрел. Походу сюда нужно тащить обычный арбалет, а еще лучше винтовку с дротиками. Потому что со стрелой, я смотрю, вообще не варик был. Ну, что сказать? Полетели домой. Хватит. На сегодня. Да. Это фейл, блять. Ну да, нужно тащить сюда, походу, винтовку. И все остальное. У меня вроде был чертеж зелененький. Какие-то цветы растут. Больше нет никакого тут грифончика-то. В принципе, можно из лука будет пострелять. У него вроде атака чуть поменьше, может быть, не отъедет. Терезинка, ну их нахер. Не, все, это был единственный грифон на ближайшие 10 километров. Что угодно. Только не грифон. Что это за кубики? Подачки бедным, что ли? Это пижар клевый, смотрите. Ну, тапку я и на острове приручу. Тем более смысл мне ее сейчас приручать, если у меня боусы все лежат в шкафу. Не, все, больше грифонов нету. Один был. И тот отъехал. Странно, почему отъехал. 36 стрел из крутого арбалета. По идее, блядь, после 15 вырубиться должен был. Тем более 85 левел. Странно. Хм, кто-то мостик перекрыл. Молодцы. Давайте посмотрим, что за педрило. Как зовут гондона? Или ворота открыты? Нет, ворота на пин-коде. Китайцы какие-то. Понятно, даже ник не увидим. Ладно, погнали домой. Переоденемся, там мясцо, наверное, прожарилось, поедим, закинем в этот самый, в кормушечку. Следующая попытка, тогда пойдем смотреть еще, мама, этих грифонов
увидел мамонтов, хотел сказать мамонтов. Да. Можно вот здесь как раз посмотреть, что здесь обитает. Здесь, скорее всего, обычный зимний биом. Мамонты, волки, ютики, носороги, анкилки. Волков полно. Здесь, мне кажется, грифоны бесполезно смотреть. Ну да. Ладно. Летим домой. Ну а с вами тогда увидимся уже на следующей попытке, в следующей серии. С вами был Фил Ранис. Всем пока. И до новых встреч.